Шалом, это самый народный топ в мире, топ 5D5, с вами я, ваш любимый видеоблогер Ликей. Есть такие артисты, у которых были все предпосылки для того, чтобы их творчество взорвало. Они подавали надежды, но так и не смогли воспользоваться шансом и выстрелить. О 5 таких артистах вы узнаете прямо сейчас. Лего. Открывает наш топ актер, сыгравший главную роль в ключевом фильме времен перестройки, Федор Дунаевский. Место номер 5. Когда Федор Дунаевский снимался в «Курьере», ему было только 17 лет. Можно сказать, он попал в кино случайно, благодаря однокласснице Анастасии Немоляевой, из-за которой Федора и пригласили на пробы. А я тебе нравлюсь? Да, очень. Сама Немоляева также снялась в «Курьере» в одной из главных ролей. Фильм не только стал знаковым для эпохи второй половины 80-х годов, но и был одним из лидеров проката в СССР, а также удостоился нескольких наград. Так или иначе, все это не определило дальнейшую жизнь Федора, исполнившего главную роль в столь успешном фильме. В принципе, режиссировать себя приходится последние годы самому. Через 5 лет после выхода «Курьера» он переехал в Израиль, затем вернулся в Москву, чтобы получить режиссерское образование, а затем занялся музыкой, так и не закрепив актерский успех «Курьера» дальнейшей деятельностью в кинематографе. Четвертое место досталось Кате Старшовой, наиболее известной по роли Пуговки в сериале «Папины дочки». Место номер 4. Все помнят Катю Старшову за роль Пуговки в невероятно успешном российском телесериале «Папины дочки». Актриса буквально росла на наших глазах. Первый эпизод сериала был снят, когда Кате было всего 5 лет, а во время съемок последнего эпизода сериала девочке было уже 12. Многие зрители сериала полюбили Пуговку благодаря ее харизме, юмору и хорошей актерской игре. Казалось, как только сериал закончится, Катя будет участвовать в еще более масштабных и интересных проектах и по-настоящему взрывать. Однако этого не произошло. В актерской карьере девушка предпочла профессиональные занятия фигурным катанием, а в 2019 году Катя поступила на факультет фундаментальной медицины в МГУ. Скажем так, хлебнула сполна этой популярности, потому что на самом деле, когда «Папины дочки» только вышли, сразу был бум. На третьем месте Пика, трудолюбивый рэпер и успешный патимейкер, так и не поймавший свою звезду. Место номер 3. Чаще всего Пику узнают по вышедшему в 2016 году хиту «Патимейкер». Но первые студийники Пики выходили за 3 года до того самого хита, а его увлечение музыкой берет начало еще со школьных времен. Помимо «Патимейкера», Пика выпустил достаточно много серьезных работ, в том числе и несколько невероятно красивых музыкальных клипов. Тем не менее, все эти старания не только не смогли затмить успех «Патимейкера», но и не сделали Пику востребованным хип-хоп-исполнителем, из-за чего он по-прежнему остается для многих автором одного хита. Второе место занимает московский рэпер Андрей Коновалов, также известный под псевдонимом Illumate. Место номер 2. Рэпер Illumate — это вечный экспериментатор. От трека к треку, от альбома к альбому, он как будто бы каждый раз меняет стиль и направление своей музыки. Быть может, именно сильная любовь к экспериментам мешает ему найти своего постоянного слушателя и по-настоящему выстрелить. Про русский рэп сделаю, ладно, проблема, что нас малограмотным стадом считают, живей до сих пор и мне да. Несмотря на то, что Андрей занимается музыкой уже много лет и является узнаваемой фигурой среди тех, кто вовлечен в современный российский хип-хоп, он по-прежнему остается рэп-задротом из андерграунда, так и не сумевшим сделать что-то масштабное и интересное для широкой аудитории. Радует то, что Illumate не занимает трудолюбие и упорство, ведь несмотря на низкий интерес у масс, он продолжает делать музыку и регулярно выпускает новый материал. Так что, возможно, несмотря на многие годы упорного труда, главные музыкальные победы Андрея еще ждут нас впереди. И на первом месте актер, сыгравший молодого Джона Коннора в легендарном фильме «Терминатор 2», Эдвард Фёрлинг. Первое место! Роль Джона Коннора досталась Эдварду Фёрлингу, когда ему было 13 лет. Он получил ее в результате конкурса. Это была его первая роль в кино, и именно она принесла ему несколько наград, в том числе победу в номинации «Главное открытие года» от MTV. Дай 5. Сделай так же. Хорошо. Черт. За «Терминатором» в карьере Фёрлинга последовал ряд менее громких, но хорошо воспринятых критикой фильмов, таких как «Американское сердце» и «Американская история X». Однако участие во всех этих проектах не позволило Эдварду закрепиться в качестве востребованного голливудского актера. Вдобавок к этому Фёрлинг начал испытывать большие проблемы с алкоголем, из-за чего его карьера еще стремительнее пошла под откос. Таким образом, даже хорошие актерские навыки и громкий дебют в одном из наиболее успешных боевиков тех времен не помогли Фёрлингу стать по-настоящему значимой фигурой в кинематографе. И это были 5 артистов, которые могли взорвать, но не взорвали. Ставь лайк, подписывайся на канал, рассказывай о ролике друзьям и смотри другие видосы с нашего канала.